Так, ну что, всем привет, вы на канале Фантом 495. Пройдем сегодня с вами в этом видосике испытания. Надеюсь, пройдем. Хотелось бы пройти, но вообще на самом деле мне пофиг. Если что, это мой твин. На основе мы уже давно прошли, самый первый день. С основы, короче, я решил не снимать, потому что, ну, там, собственно, скучненько, что там, ничего особенного, проходим практически в ноль всегда. Поэтому я думаю, что это интересно смотреть. Будет намного интереснее смотреть, как мы проходим с рандомчиками. Я надеюсь, что бог рандома сегодня нами жалуется и даст каких-нибудь нормальных челов. Ну, в общем, как получится, будем что-то пытаться делать. Короче говоря, первая карта у нас Brawl Ball, это, соответственно, с ускорением. Да, с ускорением. Давайте мы, наверное, ставим Тару и попробуем что-нибудь на ней сделать. Можно, конечно, попытаться взять Фрэнка какого-нибудь жирного или Эльприму, или Эша, если он у меня тут есть, и попытаться просто пройти насквозь врагов, так сказать, да, занести этот мяч. Но для начала, наверное, давайте попробуем все-таки старый пройти. А там уже как пойдет. Все, погнали, давайте. Ставим лайкосики, подписываемся на каналчик и погнали. Я думаю, что уже все попроходили это испытание, либо прошли, либо не. Ой, Фрэнк сразу же. Это, скорее всего, тактика Галактика, которую я хотел предложить. Давайте, просто пофигу на все. А, блин, ладно, Леон проснулся. Я думал, что Леон меня... ну, точнее, что Леон не проснется. Давайте, пацаны, давайте, ну что вы стоите там, ёпрсте, просто несите мяч, ёлки-палки, мужики. Ну, давай, давай, Брок, заноси, просто заноси, ёп твою дивизию, ну, Брок. Джанетка, давай активней, пожалуйста, немножко, раз, два, три, ульту, четыре. У Фрэнка ульта, если бы он сейчас стеночку разбил, было бы просто восхитительно. Леон, я уже три гаджета тем временем потратил, пофигу, что их жалеть-то, ёпрсте. Давай. Пас, пас, бросишка, бросишка, пас. Заносим, заносим. Отлично, замечательно. Ульта у нас есть. Только что гаджеты слиты, ну пофигу. Давай, Фрэнк, иди сюда, поговорим. Он, кстати, тоже ульту свою слил, он красавчик. Эх, Брок дотянулся. Джанетка, давай активнее немножко. Джанетка лагает, нам хана. Все, это GG. У них гол. Ой, а, ладно, все равно гол. Джанет, спасибо тебе огромное. Ладно, ничего страшного. Пытаемся затащить сейчас. Джанет полетела просто на пофигу, да? Бро, куда ты мяч понес? Неси сюда. Джанет, зачем так ставить гаджет? Ну, это победа, господа. Это победа. Да, это победа. Джанет, конечно... Супер про, что сказать. Идем дальше, вторая карточка. Ну, вот смотрите, у них был Фрэнк, с Фрэнком нашим пиком довольно-таки было сложно возиться. Особенно, я не знаю, почему здесь берут дальников, типа Брока, потому что ими довольно-таки сложно попадать. Давайте посмотрим, как у нас пройдет вторая карточка на Таре. Если что, можно все-таки попробовать взять в следующий раз Фрэнкича. Посмотрим, как пройдет. Мортис, Гейл и этот самый Вольтец. У нас Эмс, кстати говоря, Эмс это сплэш, это всегда замечательно. У них в кашер. Все норм, мяч уже тут. Собственно, я думаю, что это победа. Ну, ладно, давай, Эмс, я этого придержу пока. Ладно, давайте пока отойдем, не будем спешить. Эмс, зря ты так делаешь, конечно. Давай, Карл, тащи. Эх, ладно. Ну вот почти, ну почти. Карл, зачем ты вот это просто гениальный поступок? Надо было ультой мне, короче, сейчас надо будет ультой раскрыть. Не получилось, ладно, Мортис немножко помешал. Давай, Гейл, с тобой поговорим сейчас. Вольта бы убрать, наверное, не помешало бы. Давай, Эмс. Да, давай, Эмс. Ну дай пас, ёб твою дивизию. Ну, бляха. Я извиняюсь, я буду здесь с матами, потому что я сейчас говорю в прямом эфире, без комментария, ой, без переозвучивания. Говорю как есть, так что сорян. Если я буду бомбить, то я буду жестко бомбить. Гейл, единственный, кто нам может помешать. Становится фигня. Если бы не криворука Эмс, которая носитель мяча, которая просто мяч таскать будет за собой сейчас, то уже был бы гол. Так, у нас есть ульта. Я ее просто так выкинул, окей, ладно, ничего страшного. Так, все, теперь бежим, бежим, пофигу на Мортиса, он нам ничего не сделает, он все свои тычки слил.
Есть такое дело. Тихо, мортится, мортится, мортится. Где гаджет? Я нажал на гаджет. Почему нету гаджета? Почему он не прожался? Скажите мне, пожалуйста. Мяч мне дайте. Эмс, ну куда ты пошла? Иди туда к Мортису, ёб твою дивизию. Ну, иди, иди, иди. Ну чё ты тут крутишься, дура? Я просто в афиге. Ладно, 10 секунд осталось. Я думаю, что они уже ничего не сделают. Это просто жесть. Так и голос можно сорвать, ёпарасоте. О, гаджет на эту, как её, на Эмс. Так, снова у нас бробол, погнали дальше. Ой, чисто тима танков. Ну, у нас Эдгар, который я уверен, который будет просто набивать ему ульту и сливаться. Ладно, у нас Амбер есть. Давай, Эдгар, иди мяч бери, ёб твою дивизию. Он взял мяч? Да, тащи, тащи, тащи. Давай, 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 пофигу на Тауэр. А, не, не пофигу, там эти были как... Ладно, я поспешил. Ладно, давай, Эдгар, тащи, тащи. Ладно, он скинул мяч, пофигу. Давай, тащи, Эдгар, он сможет, я уверен, он сможет. Давай, Эдгар, пожалуйста, красавчик. Красавчик просто. Так, у меня есть ульта. И у ее есть ульта. Стягиваем. Давай, Эдгар, тащи, тащи, сейчас пас дам. А, Эдгар уже слили. Окей, ничего страшного, все норм. И я еще под ульту попался. Ну ёпарасоте. У меня, кстати, скоро ульта будет, если что. Не-не-не, спокойно, спокойно. Не-не-не, опа, хорошо. Беги, беги, дурак. Ладно, выжили. Хорошо, у нас есть гол, по крайней мере, осталось только выжить. Тихо-тихо-тихо-тихо. Это... Спасибо, спасибо, Фрэнкич. Стягиваем. Бля, Хатара ушла оттуда, я думал немножко по-другому сделать, ну пофигу. Давай, давай, ну тащи, просто тащи. Я Эдгару, если что. Он же может просто взять мяч, почему он стоит и смотрит на нас? Он же мог просто взять мяч и красавчик, и забить. Красавчик, красавчик, Эдгар, два гола. Валентина просто красавица. Так, все, идем дальше. Знаете, что мне в этой спе нравится? Мне в этой спе нравится то, что здесь нету гемов. Я просто ненавижу гемы из-за длительности, так сказать, самого режима. Это, ну, как по мне, они очень скучные. Нокаут у нас вот такой. Вот что за ускорение? Это банка, босс банка. Давайте на нокаут возьмем что-нибудь, я даже не знаю, если честно, что тут брать. Надо что-то такое дальнее, но жестокое. Может, Бель? Сейчас еще раз пройдусь, посмотрюсь. О, кстати, гриф. Блин, я боюсь, что там будут опасные типки. Типа Бель и все такое. Ладно, давайте возьмем на всякий случай все-таки грифа, потому что он сейчас... О, про, кстати. Ладно, давайте с грифом пока что попробуем. Где он там? Вот он. Если что, у нас есть раскрытие. Я думаю, что скорость нет смысла здесь брать, потому что кустики здесь не такие уж и большие. Я думаю, что сильно она не заряжает. Я пойду через центр, само собой. Все, погнали. Если там будут какие-нибудь ближники, можно просто раскрыть. Если будут дальники, нормально, в принципе. Блять, у нас... Ой, извиняюсь, у нас Эдгар. Еще и ФКш. Ну, лучше пусть ФКш, толку с ним. Вот, Ворон, скажи мне, ты издеваешься? Это издевательство, да? Они что, ФКш все или что? В чем прикол? Давай. Лучше пусть он ФКшит, Эдгар, я имею в виду, чем набивает ему ульту. Это бат... Я не понимаю, что это такое. Почему они... Почему они что? Не помню, что я хотел сказать, не суть. Эдгар, лучше постой где-нибудь в сторонке, ты же сейчас будешь руинить нам полностью. Ладно, хорошо. Они лагают, да?
Рикошет гений просто, гаджет юзает. Спокойно, он вообще не понимает, как играть за рикошета. Хорошо, ладно, ворон затащил. Вот там вот у нас кто-то есть, да, Леончик у нас там, да? Угу, и мы один на один, окей. Так, он пошел в ту сторону. Ага, он здесь остался. Я вот тут, пожалуй, раскрою, с вашего позволения. И вот тут я, пожалуй, раскрою, с вашего позволения. Немножко фигово, наверное, получится. А не, нормально. Ну все, типа, остается ждать сужения. Давай, уходи. Ты так и будешь ходить в одну сторону? Бляха, вот я фигею с новичков, они ходят просто в одну сторону. Ненавижу, когда новички попадаются, потому что ну просто невозможно выкупать. Я пытаюсь целиться на какое-то опережение, чтобы типа рассчитываю, что они будут мансить, уходить в сторону, туда-сюда, крутиться там, да, знаете, вот эта все фигня, вот эта вот вся. Они просто тупо идут в одну сторону. Это очень бесит. Хорошо. Кстати, Леон здесь вполне... Не, не знаю. Вот у нас два ближника, они сейчас будут стоять в кустах, а мы сейчас все густики просто-напросто раскроем. У нас, кстати, Шелли, это контра полная. Единственное, что мне нужно сделать, это Тару зафигачить, и все, больше ничего. Этот дурак уже пошел сливаться, и я тоже чуть не слился, но я выжил. Кстати, он не слился тоже, красавчик. Кого он убил-то хоть, приматика, да? Ну, Эдгар, давай не будем вот сейчас фигней страдать, мужик. Ну ты-то хоть не сливай, ну зачем вот на ульту копишь? Давай. Ой, вот он сейчас будет бегать как дурак всю карту. На что он пытается, что он пытается сделать? Давайте как в прошлый раз раскроем немножко вот здесь. Я не хочу тратить ульту. Ладно, придется. Опасно, опасно, он все-таки чуть-чуть по скорости побыстрей. Мог и задеть меня. Единственное, кто здесь может что-то сделать, это Тара. Все. Ну и примат вот сейчас с ультой. Ладно, примат уже ничего не сделает, окей. Эдгар здесь, да? Ну конечно. Не на Тару, пожалуйста, не накопите на ульту, Таре. Накопили, бля! Ну Шель, давай, ну ёп... гений, 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 окей. Давай, Тара, с тобой, по разам. Тихо, главное не пропустить его вон туда. Все будет хорошо. Тихо, я должен забрать банку. Хорошо. Бляха, если ее ульта, я боюсь подходить, потому что ее может ульта есть. Нет, у ее нет ульты, можно было и подойти, в принципе. Какая же та рыдальность. Я боюсь, что она сейчас на ульту накопит. Ну все, ну отлично. Просто я боялась подходить, потому что она могла накопить нульту. Я думаю, что это понятно. Пока все хорошо идет, пока просто замечательно все идет. Эдгар, Кольт и... Так, у нас вот эти вот, да? Окей, я думаю, пока что нету смысла раскрывать, разве что ради Эдгара. Давайте раскроем, хорошо. Эдгар будет там прятаться, а нафиг, чтобы он прятался. Фигово раскрыть. Ай, Кольт, стой, стой, братишка. Так, спокойно, надо отсидеться немножко. Меня еще как раз подлагнуло в тот момент. Я думаю, что это та самая ситуация, в которой сейчас можно проиграть, потому что они в кустах засели плотненько так. Смачненько так засели. Там Эдгар, да? Дайте угадаю, там Эдгар. Нет, Эдгар здесь. Хорошо, тащим. Ампер. Мне нужна ульта. Ой, как я плохо заюзал. Ладно, ворон, тащи. Только давай хилиться. У меня сейчас голос нахер сядет. Красава. Дизы свои можешь жопу засунуть себе. А так нормально. А так хорош. Ай, бляха. Кто у нас там? Тихо. Ну куда же ты прешь-то, ёпер СТ? Там Эдгар, елки-палки, вот он, кстати, сидит. Я не буду ульту тратить, я буду ждать залета Эдгара. Так, хорошо, минус. Кто-то. Амбер слилась, окей.
Хорошо, один на один. Кольт, ты где выходи? Кольт может меня слить спокойно сейчас, если он хорошо отыграет. Я боюсь заходить по-нормальному в кусты. Тихо. Давай вот так сделаем. Вот он. Хорошо. Замечательно. Так, горячая зона. Горячая зона вот такая вот. Я, пожалуй, оставлю, наверное, грифа. Гриф, потому что, кстати говоря, с пиявочкой. Да, я оставляю грифа. Тара, о. А у нас два АФКшера, ну конечно. Мне нужно подойти. И раскрыть вот так вот. Пожалуйста, пацаны, хватит их хилить, елки-палки. Сначала вот это. Ну как же вы задолбались вот со своей этой вот супер тактикой? Они ходят нелогично совсем. Не, это GG, к сожалению. Это, скорее всего, даже может Тима. Да бляха. Ну невозможно, эти два болвана ничего даже не пытаются сделать. Хорошо, ладно. Один стоит просто в кустах. Давайте, пацаны, тащим. У нас есть шансы все. Все шансы у нас есть. Не-не-не, спокойно, иди нахер. Нормально. Мне ульта нужна. Ульта срочно. Не-не-не, иди в баню, бляха, ульты не хватило. Пацаны, почему, скажите вы мне, скажите, почему вы стоите вдвоем на одной точке? Объясните мне, пожалуйста, это. Давайте вот эту забирать хотя бы. На, бляха, надо выгонять их с той точки. Не, не надо, не надо, все норм. Надо вот эту держать. Идите, пацаны, на ту точку, а я на эту. Да, ёшкин кот. Все нормально пока. Пока все нормально. Тащите, мужики, тащите. Тару там не пропускайте только. Эх, промахнулся как жестко. Есть, мы затащили, мужики. А, еще не затащили. Давай, Пенни, все, красавы, красавы, просто красавчики. Но этот пик жесткий. Я не знаю, мне кажется, это даже Тима была, потому что... Хотя фиг его знает, может просто так повезло. Но пик у них хороший был. Ну-ка, давайте посмотрим. Нет, это... Ну, хотя, может, и Тим... Да, двое с Тимы и один... Какой-то левый. Я надеюсь, у меня со звуком все норм, микрофон, надеюсь, работает. Так, у нас примат, кашный примат. Примат, иди вон на ту сторону. Примат, вали отсюда нахер. Ну, конечно, он стал как дебил и просто копит ульту Таре. Гений, блядь. Как же я ненавижу таких. Нахер вы заходите вообще в эту игру тогда? Если вы просто тупо копите ульту. Так все хорошо было, Гейл красавчик. Так все было офигенно. Нет, блин, надо было появиться сейчас примату в кашеру, который даже, наверное, на боте играет. Да не, нифига не на боте. Не, ну тут без шансов просто. Вот я не знаю, как они доходят вот с такими пиками, с такими этими до сюда вообще. Они просто должны сидеть где-то там. Не знаю, в начале они должны сливаться на первых же каточках. Ну, блядь, я просто я стану куда-нибудь подальше, потому что это невозможно просто-напросто. Ну что там, что вы там 2 часа стоите на этой точке, ёпрст. Примат это просто нечто. Какой вот дебил, вот объясните мне, будет брать на такую карту примата? Да вообще, какой дебил будет играть приматом в 3x3? Это, блядь, это нужна супер карта, супер закрытая, чтобы на нем нормально можно было играть. Просто бомбит от таких вот людей. Шелли вот тоже, нахер тут Шелли. Что вот Шелли здесь может сделать? Нихера. Давай я открою, буду тебе помогать. Ну ладно, у Шелли хотя бы дальность более-менее еще куда ни шло. Но примат это просто трындец.
Шелли, иди-ка ты на ту точку. Хотя ладно, ту точку мы всегда успеем захватить. В отличие от этого. Так, бетана-то убирать вот этого. Самого умного, который. Так, ну ладно, это, кажется, победа уже будет. Джесси. Хорошо. Не то, не то. А, горячая зона, все нормально. Я думаю, карта поменялась. И останется самый сложный режим с рандомчиками, конечно же. Для рандомов этот режим просто ужасный. Давайте я, наверное, пойду сюда, так уж и быть. Хотя лучше бы туда им запустить. Так, ладно, поменяться бы Сэмс на самом деле, потому что... Ладно, пофигу, пусть стоит. Спайку вообще пофигу на все. Ну вот нафиг вы на ульту так копите, пацаны. Ой, как тебя там, блядь, можете сидеть сюда. Ну вот зачем? Вот спайк руинер просто. Тоже Эмс, вот нахер ты копишь на ульту им. Мы так 2 часа сейчас будем стоять на этих точках. На кольте вообще бот играет. Ну спайк, блядь, что ты пытаешься сделать? Почему он в упор просто идет? Вот эту точку надо брать, пацаны, вот эту. Эмс, ну блядь, вот тоже идет в упор просто. Это еще, особенно если учесть то, что они лагают все пацаны вот эти вот. Эмс, дура, блядь, что ты там стала? Хотя ладно, пусть стоит. У меня, конечно, извините за мою такую вот разговорчивость, скажем тогда. Что я несу, без понятия, фигню какую-то несу. Короче, просто когда играешь... Тут ты сосредоточен на игре и несешь всякую фигню, а потом, блядь, думаешь, что ты за хрень такую несешь? Что ты, блядь, за хрень такую несешь? Так что иногда я могу нести вот такую чушь, не обращайте внимания просто. Еще голос подсел слегонца. Так, бесконечная ульта у нас здесь, да? На ком у нас будет бесконечная ульта? Кстати говоря, на основе я играл тоже за грифа, поэтому почему бы не взять его, потому что ульта у грифа довольно-таки имбовая. А можно сделать бесконечную ульту Мортиса, но на Мортисе я играть не очень умею. Поэтому давайте дальше уже. Раз начали за грифа играть, то давайте за грифа и будем заканчивать. Эдгар, Биби и Рикошет. Окей, сейчас мы раскроем, еще будет чики-бомбони. Главное, чтобы никто вот из этих вот пацанов не... Не фармил ульту им. Раскрыть, кстати, я не успел. Там у нас примат до сих пор стоит. Спокойно. Где там этот рикошет? Иди в баню отсюда. Там Биби. Я не понимаю, чем они думают, когда берут эту хрень. Вот примат, вот на что ты рассчитывал? Почему бы не взять какую-нибудь тару? Почему бы не взять что-нибудь более полезное, более имбовое, что ли? Бля. Бас вообще ни хера не делает. Вот что, вот почему ты отходишь сейчас? Столько возможностей для залета. Нет, блин, он отходит, фигней занимается. У нас полная контра. У нас единственное, кто может нам помешать, это рикошет. Все. Примат просто идет и руинит. Просто руинит на ровном месте. Хорошо, пацаны, пожалуйста. Ну хоть не... Ну не... Ну ёб твою дивизию, ну не сдыхайте вы так тупо.
тихо. Ну вот, блядь, куда ты идешь? Куда ты идешь? Вот сейчас опять ульту будет у Биби. Дурачье-то какое, а? Ладно, мы, походу, затащили. Пожалуйста, не слейтесь вот здесь, а? Я сам сливаюсь, и мы проигрываем, блядь. Ясно. Ладно, ну сейчас я сам виноват. Ну что тут поделать уже? Тут я сам виноват. Хотя они после меня уже тоже пошли и слились. Дофига раз причем. Я не знаю, может тару взять какую-нибудь. Хотя, блядь, тара надо... Я... Отрежьте мне язык кто-нибудь. Слишком много матов у меня за последние несколько минут произнесено было. Так, хорошо, идем. Кто там? Я не заметил, кто против нас. Вот сейчас у противников пик просто офигенный. Вот это надо раскрыть. Тара. Нам тут GG, к сожалению. Это карта, на которой мы помрем. Хотя не факт. Очень даже не факт. Совсем не факт. Ух, спокойно. А у нас тоже, кстати говоря, бой. А этого... О, спокойно, спокойно. Отлично. Хилимся пока что. Ах, не дотянулся. А где тара их, я не понимаю. Так, вот тут минки, ну ёб просто, разминируйте сразу, пацаны. Минка осталась или нет, я не помню. Спокойно, пацаны, спокойно. Надо выиграть, пацаны, надо выиграть, мужики. Просто держите позицию, все, что от вас требуется. Они уже на тару накопили, да? А, мы тащим пока что, мы тащим. Ну не сдохните только, мужики. Ну, блядь, она сдохла. Ну это GG, ну ёб твою дивизию. Ой, красавчик, красавчик Бо, просто красавчик, молодец. Вот зачем здесь брать Амбер, которая здесь просто ни к чему? Просто вообще, вот объясните мне кто-нибудь в комментариях, вот кто играет за этих персонажей, если вы меня сейчас смотрите, объясните мне, зачем брать таких персонажей? Есть куча персонажей, вот типа Грифа, типа Тары, типа, не знаю, да кто угодно, вот, нет, Бо фигня, ну Бо, в принципе, ладно, тоже. Но Бо нельзя по КД, можно, конечно, минки ставить, но не так, типа все поле заминировать нельзя, прежние минки ведь убираются. Тара, блин, не знаю, да... Мортис тот же с хилом, это просто имбища жесточайшая. Ну почему вы берете вот Булла? Что ты будешь сейчас на этом Булле делать? Ладно, Фэнк там еще хоть что-нибудь залетать будет туда-сюда. Но Булл это просто трындец. Вот это убираем сразу. Шелли? Шелли вот даже. Даже та Шелли вот. Вот Булл, блядь, что ты вот сейчас будешь делать? Ты будешь просто нам руинить катку. И все, ты, блядь, больше ничего не сможешь делать. У них полная контра, полнейшая просто. Я сейчас просто поставлю сюда минку. Ну вот он даже АФКшит, просто АФКшит. Вот Булл сейчас просто будет тупо залетать. Вот, ну убей ты его, ну вот ты ходишь тут и не можешь даже убить его, блядь. Как же у меня горит от этих чуваков. Ладно, хорошо, стойте здесь, блядь, и никуда не... Ну вот куда ты, блядь, полетел? Куда ты, блядь, полетел? Он убил Шелли, то ну красавчик тогда, но это, ну все равно это жесть. Вот это надо раскрыть, сейчас Шелли, правда, будет ультовать. Нихера не раскрылась, я просто боялся подходить ближе. Вот и все. Все, Шелли фиг сюда подойдет, потому что у Шелли мало хп. А, она даже так играет, нафига себе. Шелли вот в этих маленьких кустиках стоит, пацаны. Да ладно, все, у них нет шансов.
Если бы что-то дебил так не стоял вот так вот в открытую. Ой, ладно, все. Фух, я думал, что сейчас набьют они себе киллов. Ну ладно, обошлось. Хорошо, у нас последняя карточка осталась. Продолжаем в тех же традициях, играем за грифа. Никого не меняем, до конца идем с ним. Что-то какой-то стрёмный подбор, давайте-ка перезайдем. Да, ну конечно, ну все. У нас, хотя Пока, если он с уроном еще играет, хотя, кто его знает, чем там играет, он в кашер, ясно, понятно. Блять, у нас Пока АФКшер, лучше стой там, лучше просто стой, блять, в начале и никуда не ходи, баран. Он сейчас просто будет киллы фармить им, и все, он сейчас просто будет фармить им киллы. Спокойно. Да, блять, сколько можно летать с этой жвачки. Ну вот, Эмс, ну вот куда ты, зайка, пошла моя? Пока, пожалуйста, если ты от... если у тебя все нормально с Анетом, то, пожалуйста, стой там. Так, где-то... Ой, тю-тю-тю-тю, бибика, бибика, иди в баню отсюда. Вот, Пока, дебил, стой, пожалуйста, там. Эмс, тут Тара сидит, дурочка ты моя. Ага, она тоже тут. Там Тара еще и с ультой, к тому же. Вот эту хрень надо убрать. А мне нечем уже убирать, окей. Ух, затянуло меня. Пока, вернись, пожалуйста, назад, дебил. Вот что ты там собрался один делать? Эмс, подружечка моя, ну вернись, пожалуйста, тоже назад. Нам нужно выиграть. Ребята, ну просто станьте и стойте. Ну елки-палки, у нас уже... Просто дождаться. Все, ну зачем вы лезете? Елки-палки. Ой, все. Как же напряжно с этими ребятушками играть. Как же это сложно. Вы просто не представляете. Как же я соболезную искренне тем, кто играет. В хорошем смысле этого слова. Не подумайте, что это какое-то оскорбление. В хорошем смысле, блядь. Соболезную тем, кто играет с какими-то там рандомами. Это просто мучение. Это просто кошмар ужаснейший. Ищите себе Тиму, пожалуйста. Ищите себе Тиму и не мучайте себя. Это просто ужас. С Тимой вы будете играть спокойно, без всяких там напряг. Короче, вот она наша Ава. Ой, ну да, залетает. Кстати говоря, раз уже на то пошло, то вспомню кое-что. Раньше в магазине продавалась такая же Ава, только зелененькая. Ну, не прям такая же, но она очень похожа на эту, только зеленого цвета. Прикиньте, те, кто... Хотя, может, кому-то нравится и зеленая больше, но прикиньте, те, кто ее купил, может, сейчас даже найду такого чела. Прикиньте, как ему будет обидно. Хотя, может, он хотел конкретно зеленый. Нет, такого у нас нету, друзья. Ладно. Все, короче, я думаю, что мы на этом с вами закончим. Итак, 30 минут, кстати, видосик идет. Подписываемся на каналчик, ставим лайкосики. Всем спасибо, кстати, пишем. Напишите в комментиках, пожалуйста, кто досмотрел до этого момента. Мне просто очень интересно. Без перемоточки, само собой, кто полностью целиком смотрел видосик. Напишите в комментиках. Это мне очень интересно знать, кто смотрит полностью мои видосы. Ну и, собственно, всем спасибо, всем пока.